Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале. Сегодня хочу показать вам свои укореняшки, которые укореняются в воде. В основном свои растения я укореняю в воде. Люблю укоренять в воде. И быстро, и легко. Особенно, вот посмотрите, вот колиусы. У меня есть видео, где я обрезала свои колиусы, и вот поставила я их на укоренение в воду. Вот, посмотрите, корни отличные. Сильно больших корней я не дожидаюсь. Достаточно, вот, посмотрите. Чтобы, ну как, беспроблемно было сажать. Большие корни там уже, ну, как-то сложно сажать. Так, вот у меня укореняется традисканция Blushing Bright. Такой она розовый дает вар. Вот она у меня тоже уже. Вот видите, корни какие. Надо высаживать. Сейчас мы высадим по одному стаканчику каждого растения. Всю не буду я, конечно, при вас высаживать, рассаживать. Это слишком долго и муторно, чтобы вас... Вот еще у меня традисканция коллизия конгеста. Вот, посмотрите, корни у нее уже отличные. Ну, традисканция, она вообще без проблем укореняется в воде. Так что это не проблема. Вот у меня в воду я поставила... скажите, Сциндапсус экзотика. Ну, в принципе, недавно поставила, но нету еще. Вот только такие вот, видите, пупырки такие появились, зарождаются. Еще как бы рано для него. Ну, ничего, даст. В принципе, тоже недолго. Так. Сейчас мы немножко высадим колюсы. Я покажу вам. Все не буду, так как их много, не буду ваше время сильно занимать. Вот я сегодня, кстати, грубо говоря, замесила новый грунт, свежий. Так, ну колиусы, колиусы. Сейчас я сажаю колиусы по два растения, по два черенка в один стаканчик. Беру сразу большой стаканчик, так как колиусы наращивают корни моментально, быстро. Буквально через несколько дней уже полный стаканчик будет корней. Так. В основном стараюсь выбирать одинаковые сорта, чтобы уже потом ближе к весне я их рассажу. Вот одинаковые два черенка. Так, кстати, у одного нету корней. А, все, вспомнила. Это я его только вчера обрезала. Так, ладно, тогда придется брать другой. Ну, ничего страшного. Будет другой. Я их потом все равно буду рассаживать. Вот. Так, немножко еще подсыплю. И засыпаем. Все. Вот так вот. Это чисто для экономии места, так как сейчас катастрофически его не хватает. Вот я сажаю по два черенка в стаканчик. Так, это значит, что касается колиусов. Дальше. Традисканция, коллизия конгеста. Так, ну у меня здесь три черенка всего. И все с корнями. Значит, я эти три черенка посажу в один стаканчик. Вот у меня есть такой вот, по-моему... 300 мл. Такой хороший широкий стаканчик. Думаю, что здесь
они нормально будут. Так, вот так. И подсыпаем. Со всех сторон. Тоже сажаю традисканцию, тоже по несколько черенков сажаю, чтобы кустик был попушистее. Так, немножко сейчас серединку трамбуем. Это такая традисканция, она прям вот, если ее хорошо отрастить, она будет ампельной, такой красиво. Так, ну это я помою все. Отмою хорошо, все. Вот так. Дальше. И вот эту давайте высадим. Здесь много черенков. Ну, тоже, наверное, черенка 3 в один стаканчик. Так, ну я возьму теперь для нее поменьше. Так, сейчас выберем череночки. Вот, видите, корни? Видно? А вот так вот, наверное, видно. Тоже так же вот устанавливаю. Так, тихо, не падать. Угу. Дальше, вот, видите, отличный черенок. Черенки, конечно, не очень такие, чтобы, знаете... Это я с дачи привезла эту традисканцию. Ну, я думаю, что за зиму, за осень, за зиму она будет отлично выглядеть. Единственное, она не даст за зиму этот вар вот розовый. Ей надо обеспечить холодную зимовку. Вот, чтобы она дальше окрашивалась свой сортовой цвет. Ну, у меня холодного нету помещения, так что будем ждать до весны. Думаю, что весной она уже окрасится. Все, это я промою, немножко запачкала. Все, вот так я сажаю традисканцию. Так, остальное я высажу без вас. Так, дальше, что я хотела показать. Это то, что касается, я укореняла в воде. Теперь хочу показать вам то, что я укореняла вот таким способом. Было видео у меня, где я вот этот фикус показывала, как укореняла, вот в такие, в мох. Заворачивала в мох, а потом в пищевую пленку. Ну вот, давайте посмотрим. Вроде бы пока ничего нет. Ничего. А, нет, посмотрите. Корешок. Отлично. Отлично. Вот даже я не посмотрела по времени, сколько это прошло. Так, замечательно. Не буду я ждать больших корней. Так, вот еще у меня фикус пришел. Ну, я заказывала, это фикус белиз, вот с таким красным, видите, красным варом. Посмотрите, корни тоже отличные. Его я, кстати, вот так укореняла уже после фикуса этого. Так, дальше, вот розовая принцесса, я тоже так же укоренила. Посмотрите, какие корни отличные, вот, классные. Так, и этот, скажите, филодендрон мраморный, как он. О, все, вылетело. Так, ну у него пока нету. Нет, ну я его, в принципе, когда у меня тоже есть видео, когда я его обвязала. Пока нету, он будет у нас дальше стоять. Так, ну вот эти у нас красотуны. Так, давайте я их пока уберу. Укоренились.
Значит, мы их высадим. Высадим. Давайте, с кого начнем? Давайте вот с этой. Фикус белис. Так, открываем. Вот, посмотрите, какая корневая отличная. Немного сейчас я от мха освобожу. Сильно не буду требушить. Вот, хороший кусочек отошел. Прям хорошо. Так, вот где корни. Не буду сильно. Вот, все, оставлю так. Так. Какой мы выберем стаканчик? Даже не знаю. Вот этот 300 пока достаточно, думаю. Я большие объемы сразу не даю, чтобы растение хорошо адаптировалось и дала корни хорошие. Вот здесь даже росток пошел. Это промежуточный черенок. Вот. Все, засыпаем. Обязательно полью. Обязательно. Даже, может быть, добавлю воду HB-101. Вот. Для более лучшего укоренения. Так. Вот. Все. Готов. Красавчик. Готов, красавчик. Так. Дальше. Давайте посмотрим розовую принцессу. Розовую принцессу. О, смотрите, какие корни отличные дала. Я прям довольна. Так, сейчас мы немного уберем. Главное, чтобы корни сильно не... Вот в чем минус, вот что мне не нравится здесь, что вот этот мох, как бы надо немного, ну хотя бы немножко, да, очистить. А, боюсь корни повредить. Так я, конечно, все и филодендроны, и сингониумы, все я укореняю, в принципе, это в воде. В воде, мне нравится в воде. Чуть-чуть появятся небольшие такие корешочки, я высаживаю. Это я просто решила как бы для себя посмотреть, как все происходит, за какое время. Ну, вы знаете, быстро, честно говоря, быстро скажу. Не скажу, за какое точно время, но быстро. Так. Я, наверное, ее тоже высажу в такой же стаканчик. Вот, замечательно корни появились. Так. Вот, корешки сейчас мы засыпем. Все, полью обязательно. Принцесса готова. Ну и вот этот фикус тоже я его высажу. Оказывается, вот корешочек есть. Вот. Тоже таким же способом высажу. Все, дорогие друзья. Вот такая работа сегодня проделана. Спасибо большое за внимание, что вы заходите на мой канал. Комментируйте, ставите лайки. Здоровья вам! Всего самого хорошего! До свидания!